рады приветствовать вас на первом крымском открытом фестивале документального кино «Крым-Док». Сейчас вашему вниманию будет представлен фильм «Аккорд. Пять музыкальных чудес Крыма». И его представит наша коллега, замечательный режиссер данной ленты Олеся Костенко. Добрый день, уважаемые зрители, если есть члены жюри. Во-первых, хочу сказать большое спасибо для того, потому что вы потратили часть своего времени и пришли сюда познакомиться с нашей картиной. Фильм, если сказать в двух словах, то он о любви к музыке, о любви к Крыму, к нашему родному краю, и об вот этой сумасшедшей синергии, которую вы увидите сейчас на экране. Спасибо, всем приятного просмотра. Крым – это изумительная сокровищница уникальных природных ландшафтов и рукотворных памятников культуры. Естественный музей, хранящий тайны тысячелетий. Крым – благодатная земля, источник вдохновения для поэтов, художников и музыкантов. И неудивительно, что именно на этой сравнительно небольшой территории сосредоточено множество мест, где музыка звучит неповторимо, где меломанами становятся даже те люди, которые едва знакомы с классической музыкой. Крымская государственная филармония открывает эти места для вас. Я впервые, честно говоря, но он и первый этот фестиваль, и я впервые вот на этих фильмах о Крыме. Вы не представляете, в каком я восторге. Эти фильмы нужно показывать везде, не только в Крыму, а по всей России. И к нам гости будут со всех сторон, потому что для нас, крымчан, это что-то новое, прямо как открывается впервые. Хотя всю жизнь здесь прожили, все это видели, но это бесподобно. Спасибо режиссерам и сценаристам.